Прошедший съезд «Единой России» задал темп для перемен, необходимых обществу и стране. В чем они? Прежде всего, повышение ответственности тех, кто несет на себе трудный груз принятия решений на всех уровнях. Считаю, что за время моей работы на посту вице-губернатора Санкт-Петербурга мы вместе справились с главной задачей. Мы обеспечили, во-первых, принятие важных для города решений, а во-вторых, то внимание со стороны федерального центра, которого заслуживает наш город. Были инициированы проекты, которые позволили нам придать новый импульс развитию северной столицы и заручиться поддержкой избирателей. Без популизма, без конъюнктуры, только отвечая на запросы города и горожан. Я оставляю должность с чувством выполненного долга. Всех благодарю за большую совместную работу. Но впереди новый, важнейший этап – подготовка к выборам в Государственную Думу 2021 года и выбранным кампаниям различного уровня в регионах Северо-Западного федерального округа. Можно сказать, что я возвращаюсь к своей основной деятельности. Естественно, я знаю, что я буду делать день за днем для стабильного развития Северо-Запада России. Накопились задачи, которые требовали решения еще вчера. К сожалению, в федеральной повестке регионы Северо-Запада представлены не только успехами, но и проблемными, конфликтными, общественно-политическими сюжетами. Выборы глав Ленинградской и Архангельской областей в 2020 году будут иметь большое значение для общей картины. И этот фронт работы открывается уже завтра. Считаю новое место работы большим доверием со стороны президента России. Спасибо всем за совместный труд. Уверена, что мы объединим наши усилия ради любимого города и страны.